Всем привет, дорогие друзья, с вами Мишвили, и я хочу сделать такое короткое видео по открытию сундуков за 1750 кристалликов, в плане того, что мне, в принципе, я с кристалликами больше ничего не сделал, эмоджи мне не надо, а почему бы не открыть 4 сундука фортуны? Так, подожди, как 4? Пизжу. Два сундука фортуны. Так, давай посмотрим. Удача. И дача без дачи. Удача. Удача. А типа удача это синие, да, все? Ну, кстати. Сундуки с золотом. Две эпические и две редкие. А, 21 редкая и две эпические. Ну давай, тогда получается мы здесь заканчиваем. Сундук фортуны, сундук с молнией. Давай посмотрим. Кстати, сундук молнии интереснее. Ну, даже, прикинь, даже дали. Стремную карту. Доступно 5 замен. Ненавижу... Вот эту карту не люблю. Ой, еще лучше. Ой, еще лучше. Ну тут пускай бабосики мне прибавят. Ладно, хоть. Тут две карты есть только. Ладно, давай тогда. Вот этот шахтер. Вот мы получили. Так, давай еще. Раз. Засели. Ой, блин, не люблю тоже карту. Ну, вот это точно мы убираем. Вот это точно. Ой, фу. Вот это нормально оставим. И вот это убираем. Ой, еще лучше. Ну, ладно. Фиг с ним. Давай-ка здесь получается. Раз. Два. Три. Яд. Сколько у нас доступно? Вот это мы убираем, потому что я не люблю. Ну, вот это оставим, кстати. А, вот это убираем. Ой, фу, тоже. Стремная. Ой, стремная. Последняя замена и... Ну, ладно, это, в принципе, я улучшал, но мне он тоже не нравится. Им играть я не умею. Так. Соточку покупаем. Сегодня мы поиграем одну игру с карты. С новой. С электрогигант. А так как... Ой, так как у нас получается... Электрогигант. Я сейчас начну в рейтинг с электрогигантом. И я попадаю против таких... то будет изи. Электрогиганты, если как бы многие уже, наверное, знают, не знают, кто вообще не играет сейчас уже в последнее время. Это танк, который бьет молниями. Бенц. 10 левел, вот он, 8. Тоже хороший танчик. Сейчас я покажу его в деле, если, конечно, он доживет. Да. Нет, он сдался. Электрогиганта мы не дождемся. Ладно, тогда быстро мы сейчас сдаемся. Быстро. Быстрая победа. В принципе, ну тут видишь, опять. Ладно. Давай, быстрая победа в бой. Что сейчас будет попытка? 50 левел. Опять, по-моему, против него нет. Полз. Нет, тут 9 левел, там 10 был. Так мы выпустим Кракена, нет? Что-то походу мы здесь вообще все изи. А-а-а. О,
сейчас гиганта выпустим. Блин, ну он, конечно, раздолбает здесь. Ох ты, сопротивляется. О. Ну давай сейчас гиганта выпустим, который электрошолит. Кстати, например, если ты его фигаришь. Видишь? Он, короче, просто бежит и бьет их токами. Видишь? Даже к нему вот начинает добегать. А по сути он просто их бьет током. Вот сейчас даже здесь. Он как танчер. Тупо танчер. Единственное, он не бьет, считай, никого, а тут бежит и все. Как герой он прикольный, как танк, точнее, прикольный. Можно его выпускать, но так как я сейчас, наверное, изи выиграю. Смысл от него не будет. Опа. Сейчас. Ух ты. Ах ты, хорош. Выпускайте Кракена. Видишь, он сбивает этого. Ну, можно просто тупо бегать, я не знаю, что стрелять. Он и бьет и вышку. Ну, не знаю, как он себя проявит в будущем. Но это просто тупо танчер. Его пускать надо заранее. Как, например, сейчас вот я пускал в парке, чтобы победить. Так-то у меня просто не сильный игрок попался против меня. Ну, то есть он сейчас все равно сдохнет. Даже как бы он ни пытался что-то сделать. Шансов у него ноль. Кажется, ему нужно хорошее везение, чтобы за 3 секунды раздолбать меня. Вот. Такое короткое видео, да, показал, как я открыл. И немножко обзорчик на электро-танчера. Давайте.